Всем привет! Очередной телефон привалил от наших узкоглазых друзей или друзей, или как их там называть еще. Короче, непонятно, ребята там такие. Ладно, сейчас распакуем, посмотрим, что у нас здесь лежит. Что же у нас здесь? Так, а здесь у нас 6131. Телефон. Вот. 6131. Очень старый телефончик. Раскладушка, кажется, да? Так, у нас типа этот самый сервис карт. Нафиг не надо. Так, это у нас телефон. А это у нас. О! Прикольная гарнитура. Первый раз ко мне такая приходит. Такая симпатяшная. С таким разъемом какой-то. У Sony Ericsson. Вот у нас USB кабель для закачки контента, MIDI файлов, понимаешь, вообще супер. Зарядка, короче, обычная зарядка у нас, ну, обычная тоненькая. Смотрим сам телефон, что у нас привалило. Такой идет, кто иметь. А че он не закрывается, я не понял. А вот такого вот у нас выглядит хорошо, нормальная сборка хоть. А то я помню, я одного придурка заказывал, мне такое прислал, короче, там щели такие были, просто жесть. А этот хороший, да, этот хороший, сборочка неплохая, выглядит все так как надо. Кнопочки тут у нас, все. Все красиво. Мне нравится. Так, у нас камера. Еще один экранчик. Так, а как его включать? А ну-ка, ну, что тут надо иметь? Так. Так. Клавиатура у нас. Тут русские буковки имеются. Хорошо. Попробуем включить. Так. Так. Что, нет? Не хочет. Или может быть кнопка где-то в другом месте, я что-то не пойму. Что за нафиг? Это типа для понтов, там такую кнопочку нажал. Такой, опа! Ёпта! Ёпта! Открылся. Так, а это что? Это, наверное, включить? Тоже не? Не хочет. Ладно, сейчас посмотрим батарейка, может, китайцы там. Этот самый. Заклеили тоже, да? Ага, заклеили тоже. Заклеились собаки. Так, ну тут у нас такую фигню положили. Блин. Так. Так, так. Назад теперь закрыть надо. Вот так вот. Хорошо. Замечательно. Так, теперь нажимаем кнопочку. Оно. О, включился. Хорошо. Подтвердить. Уже и русский язык стоит. И батарея, кстати, полная. Вообще замечательно. Китайцы. Этот китаец холосый. Холосый китайцы, однако, зарядил телефона, да? Зарязан язык. Это очень холосо. Вот такой вот у нас аппалатик. Даже клавиатура светится, да? Вот так вот. Клава с подсветкой. Круто. Вообще супер, слышь, ёпта. Так, ну, в настройки заходить нет смысла, что нам там смотреть. Что нам там смотреть, что мы там не видели. Так, аппарат нормальный. Экранчик рабочий. Вот это, конечно, прикольно. Он такой маленький, блин. По сравнению с современными смартфонами, это просто малыш. Вообще, прям так и хочется в карман положить. А то же, блин, надо робло 5,5 дюймов, блин, хрен куда запихнешь, приходится сумку с собой таскать. Вечно с мешками с какими-то, потому что они никуда не влазят. А этот маленький такой, да. Я вот тут задумываюсь тоже там себе прикупить телефон небольшой, тот самый, чтобы не таскаться с хренью. Блин. Тот хрен с ним, пускай где-то валяется там в сумке, а так, чтобы под рукой лежал какой-то маленький телефончик. На то он и мобильный телефон, что он должен быть мобильным, маленьким, маленьким. Положил в карман, все, он там лежит себе спокойно, этот самый. А вот эту хрень 5
половиной дюймов, блин, мобильным не назовешь, нифига. А есть еще 6 дюймов, а есть придурки вообще с планшетами ходят. Разговаривать по ней, это вообще как, блин, кошмар какой-то. Так, в общем, аппарат меня устраивает, хорош. Все работает, все защелкивается, отлично. Выключаем телефончик и ложим его обратно в коробочку. Так что подписывайся там на канал, давай это самое. Вот. Всем спасибо, пока.